Однажды Томас Эдисон пришел домой и передал письмо своей матери. Он сказал ей: «Моя учительница дала мне это письмо и сказала, чтобы я передал его только своей маме». В глазах матери стояли слезы, когда она читала письмо вслух своему ребенку. «Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала для него, и в ней нет ничего хорошего для его воспитания. Пожалуйста, позаботьтесь о нем сами». Много лет спустя, уже после смерти матери, Эдисон перебирал старые семейные вещи. Будучи одним из величайших изобретателей столетия, он вдруг увидел в глубине ящика письменного стола сложенный листок бумаги. Он взял его и развернул. На бумаге было написано: «Ваш сын ненормальный, болен психически, мы больше не пустим его в школу». Эдисон плакал несколько часов, а потом записал в своем дневнике: «Томас Алва Эдисон был ненормальным ребенком, но благодаря героической матери стал гением века». Мораль. Материнская любовь и воспитание могут помочь изменить судьбу ребенка. Напишите слово «мама» в комментариях, если согласны с этим. Если вы не следите за нашим каналом Great Life Union, вы, вероятно, больше никогда нас не увидите. Но если подписаны, поздравляю. Вы умственно растете каждый день.